Привет, мои дорогие зрители! Сегодня у нас важное событие. Наконец-то, уже совсем скоро, по этим дорогам будут ездить электрорикши. Артур говорит, такая цивилизация уже, а дороги плохие, что, мол, электрорикши уже начнут вот-вот со дня на день пустят. А у нас, видите, вот такие вот рикши до этого были. Хендрикша называется. Ай, вот рикша, которую тянет человек. А будут электрорикши обычные с водителем электро для того, чтобы не загрязняли окружающую среду, так как у нас здесь заповедник. Я очень рада, но, друзья, мы сюда пошли вместо занятий, вместо уроков. Параму позвонила вчера Артура учительница и говорит, мол, если вы хотите, по желанию вы можете пойти на это открытие. Пусть ребенок оденет форму, возьмет с собой рюкзак пустой, ну, будут тут, скорее всего, снимать, фотографировать для новостей, для газет, ну, и чтобы были как бы дети, что, мол, эти рикши как раз детям облегчат дорогу до школы, пешком уже не придется пилять, мон. Я говорю, Парам, зачем ты согласился? Ну, пускай бы Артур лучше бы занимался на уроках, это ради чего? Это ладно бы там какие-то выступления, там, я понимаю, программы, танцы, пение, ради этого можно пропускать занятия. Тем более у меня было очень много планов на сегодня. Мы отводит Парам утром Артура, и у меня есть там 5-6 часов, когда я могу заниматься готовкой, уборкой, стиркой, готовкой опять же. Вот, кстати, вчера мы из-за готовки тоже поссорились с Парамом. Да, мы периодически ссоримся с ним из-за еды. Вот сейчас я вам вставлю небольшой сюжет, посмотрите. Сюжет из нашей кухни. What are you doing, Парам? What are you doing? Парам. Видно, this is a very big problem. Не получается. Готовит козлятину. На пати собрался. Вечеринка. Ага. Парам сегодня открывает вечеринку для друзей. Что-то у него не получается. Козлятину, потом еще креветки. Что еще? Алкоголь. Вот это все он сегодня предоставит своим друзьям в качестве угощений. Прикольно. Ага. А нам ничего, Артур, мы дома будем сидеть. Спать, наверное, будем. Жаль. Хорошо, что хоть меня не заставил. Если как по какому-то особому рецепту они готовят мясо. Мы, я с Артуром такое не любим. Что-то там подгорело, что ли, такой серьезный. Вообще не радуют меня эти вечеринки. У них компания, ну, где-то, наверное, мужчин 6, и они периодически вот по очереди устраивают. То есть мне Парам говорит, я не могу отказать, я же гулял на их вечеринках, так что теперь я должен поляну накрывать. Я говорю, так не гуляй. Он говорит, все, больше не буду ходить. Ну, это он уже говорил в прошлый раз. У нас в семье как интересно принято. То есть я готовлю отдельно для Парама такие блюда, которые Артур не ест, где килограмм лука, куча чеснока, куча перца. Естественно, ребенку такое давать не знаю. Он сам не ест, естественно. Готовлю для Артура отдельно супы, каши. Парам, wait. Сейчас будет дребезжание. Парама что-то не получается, какой-то прям сердитый. Покажи, Артур, покажи, сколько вот, он сейчас... Килограмм лука. Так это еще не все, он еще потом будет добавлять. Если бы я мог передать этот запах... Так вот, Артуру готовлю, естественно, детскую еду, супы, там каши молочные. Парам это тоже ест. Еще что-то готовлю общее, то, что все едят, там какие-нибудь салаты, например, рис, там жареная рыба, котлеты, в общем, это тоже, естественно, папа ест у нас. И еще он иногда по вечерам покупает еще на улице какую-то еду, которую я не умею готовить, например, Chinese rice. И вот еще и на пати ходит. Ну, что это такое, а? Это вот мы иногда, представьте себе, ссоримся из-за еды. Как где это видано? Ну, вообще, на самом деле, из-за еды нельзя ссориться.
пора немного успокоился, я решила вам рецепт рассказать. Значит, здесь килограмм мяса, на него он потратил 5 луковиц. То есть вот здесь сейчас в этом казанке 5 луковиц порезанных. Обжарил сначала вместе с этим мясом, потом засыпал туда специальную готовую уже специю, смесь, и залил водой. Дальше, смотрите. А, еще имбирь там. Ginger, garlic, coriander leaf. Чили, green chili. I put this all masala later. Здесь еще 5 луковиц, которые он в блендере перекрутил. Смотрите, он обжаривает. Сейчас туда еще добавит помидоры. И вот здесь тоже паста из чеснока, имбиря и зелень, кориандр. В общем, вот такая вот гремучая смесь. Помидорчики он тоже сейчас перекрутит. Ну, я думаю, можно и томатную пасту. Пурна. Палагана, амизо, табек, где он тебе был, да? Недовольна я, Артур, что ты вместо школы. Мы сегодня пришли вместо школы сюда на открытие рикш. Дадут сегодня официально рикшам, электрорикшам зеленый свет. Я вам до этого показывала видео месяца 3 назад, это обсуждалось, они сюда приезжали, их показывали здесь. Но только сегодня, вот именно уже 100%, после сегодняшнего дня начнут они у нас ездить по Матеран, которые не будут загрязнять окружающую среду, то есть для нашего заповедника это в самый раз, но и не будет использоваться тяжелый труд человека. Все-таки вот эти вот хендрикши, это уже, как говорится, прошлый век. Вот еще, смотрите, дети, школьники, которые вместо занятий пришли сюда. Скорее всего, ходят такие, знаете, дети, которые не хотят особо заниматься. Но я сама тоже... А, это Джаварбай, дочь. Вот, которые не хотят заниматься. Вот это Джаварбай, кстати. Да, так я тоже иногда пропускала с подружкой занятия ради каких-то там мероприятий общественных. Ух ты! Мы сейчас на парковке находимся, и вот буквально на днях открыли, смотрите, комнату для матери и ребенка. Любая кормящая мама может прийти сюда и спокойно дать грудь своему малышу. Тебе не надо, Артур? Ой, классно, молодцы! Смотри, только не садись, Артур, вот если хочешь, на стул сядь. Кроватки здесь, люлечка. А здесь еще можно помолиться, водичку попить. Not yet. He won't check baby. He said, I won't check your stomach. Артур уже ждет, не дождется, когда у него появится сестричка или братик. Но пока, видите, сюда заходят только поглазить. Ни одной мамочки. Тем более с ребенком пока не посетила эту комнату по назначению. Очень много полицейских следят за порядком, чтобы, не дай бог, здесь никакой заварушки не было. Потому что те, которые на конях бизнес делают, сейчас сильно расстроились из-за того, что у них появились конкуренты в виде этих рикш. Что будут теперь все туристы брать электрорикши и не захотят прогулки на лошадях. Вот за что они волнуются. А вот и рикши, друзья. Управлять ими будут те же люди, которые сейчас управляют хендрикшами. То есть все справедливо, вроде бы как. Значит, сколько здесь может поместиться? Наверное, 4 ребенка, если для детей. У нас уже в школе обсуждался этот вопрос. Те, кто хочет, может заплатить за месяц вперед деньги, и их ребенка будут возить в школу. Но мы, кстати, не хотим, представьте себе, пришли на открытие рикш, но не хотим, чтобы Артур ездил на ней. Хотим сами отводить и забирать. Hi, my name is Umer Anishik. I study in Standard 5 St. Xavier's High School. I firstly thank Honorable Supreme Court. I am happy that from tomorrow onwards I will go on рикши. Мальчик рассказал, что он очень рад, что появились рикши. Теперь мои родители не будут уставать, не будут меня в школу отводить. У них будет свободное время. Ну, в общем, в таком духе, видите, выучил текст.
Скорее всего, он это не только мне будет рассказывать, тут будут и для различных новостных каналов брать интервью. Это я сейчас вам приблизила Никеля, помните, друг Артура? Ну, он сейчас уже вырос, он уже почти жених, поэтому с Артуром они не дружат, практически не общаются, тем более мы переехали. Просто я вам показала, насколько он вырос. Я уверена, что многие из вас его отлично помнят. Вот Артура тут тоже фотографирует. Ты его как-то позируй красиво, когда тебя фотографируют. Ну не так, Артур, не так позируй. Ты же не фотомодель. Естественно. Ну это ты слышал, как тот мальчик выступил? Ну наиграно было, как он рассказал о том, что он счастлив. На самом деле ему, скорее всего, вообще... Абсолютно, все равно. Ну, то есть не чувствовалось, не верил, не верит. Вот еще прогульщики. Санскрути, бразер. Today you not go to school, да? Сегодня решил сюда прийти. And Санскрути? Санскрути, наверное, в школе. Сейчас у них спросили, на каком языке вы хотите дать интервью. Девочка говорит, да на каком хотите. Хотите на английском, хотите на хинди, хотите на марате, на любом языке. Я могу вам рассказать, как я рада и счастлива. Я говорю, Артур, давай тоже что-нибудь скажи. Только я же его предупредила, чтобы он от души говорил, как его папа носил на руках всю дорогу, мучился. А теперь будет возможность, если мы захотим. О, все, сейчас. Девочка сейчас так хорошо дала интервью, знаете, так естественно, спокойно все объяснила, все рассказала. И журналист уже ее похвалил. Ну, правда, она отвечала на хинди плюс английский. Ну, как бы дети из английской школы все равно предпочитают отвечать на родном хинди. Слушайте, оказывается, 7 рикш, которые будут курсировать по нашему Матерану, были доставлены сюда вместе с водителями, то есть ими не будут управлять наши. Я думала, что просто наши поменяют, вместо хенд-рикши будут управлять вот такими вот крутыми. Но нет, значит, они, получается, останутся без работы. Hi, Nikhil. Are you happy for rickshaw? I'm very happy. So, Param. They from Neral or? Yeah, they are from all Neral. They give special training for this. Rickshaw driver. They come in for 3 months. Специалисты, которые приехали сюда на 3 месяца, может быть, они научат наших, я надеюсь, потому что не хочется, чтобы наши остались без работы. Мы сейчас встретили папу Аради. Он говорит, вот моя машина, он недавно купил машину. Ну и Парам же подошел посмотреть, рассмотреть. И здесь, видите, на стекле, на заднем написаны имена его детей. Здесь написано на хинди Аради, а там написано Нил. Маленький ее братик. И да, а тут Парам написал, чтобы Артуру не было обидно, написал Артур. А Артур уже дописал что-то, да, тут папа, мама. Ну, как говорится, в добрый путь, друзья. Смотрите, разрешили деткам. Артуру, в принципе, тоже можно, но он не захотел. С родителями нельзя. Вот, зарплата у водителя рикши фиксированная 16 тысяч рупий. И система здесь такая. Туристы, ну, любые желающие покупают жетон при входе в Матеран. И по этому жетону они имеют возможность раз проехаться на рикше. Hi, Риша! Еще одну одноклассницу Артура увидела. То есть из Артура класса получается только он и Риша, вот эта вот девочка. Вот это вот папа Риши, я его крупным планом сняла. А Артур, ну он сам не захотел без нас в рикше садиться. И я, честно говоря, знаете, как-то переживаю все-таки. Мало ли, а вдруг какая-нибудь заварушка будет. Ну, зачем лишний раз рисковать? Это я вам показала папу Аради крупным планом. Парам держит, потому что я боюсь, что меня обезьяна может отнять. Видите, купили мне земляной арахис.
А Парам себе покупает. Сейчас я вам покажу, что. Как это называется? Неплохо, неплохо. Вы посмотрите, вместо ложки дали карту. Ничего себе. Парам очень это любит. Видите, там намесано какие-то кукурузные хлопья. Потом помидор нарезанный, лучок, полито лимонным соком. Вот он, видите, сейчас готовят. Вот такое вот у нас мини-пати сегодня получилось. Любитель покушать. Лангуры. Кто не знал, у нас еще здесь обитают лангуры. Они более дикие. Они у людей практически никогда не забирают еду, но в то же время дразнить их лучше не надо. Если укусят, то мало не покажется. Вот эти вот парни работают на хенд-рикше. И сейчас, в связи с тем, что у нас появились электрорикши, они потеряли клиентов. Это не местные. Нандер дистрикт. They are coming other district. Other city. Вот это вот все тоже работники хенд-рикши. Сейчас сидят без работы. Сейчас они уже все говорят. Мы будем возвращаться домой. Искать новую работу. Кто-то уже, возможно, нашел, кто-то ищет. Парам спросила. Они ходили в храм покушать. Они говорят, да, да, поели. Поели, слава Богу. Слава Богу, не голодные. Боже мой, так непривычно. Так непривычно, что у нас по Матарану сейчас разъезжают эти рикши. Парам, this is unbelievable, да? А сегодня мы пришли забирать Артура со школы вместе с Парамом. Обычно я сама его забираю, потому что, друзья, прямо сейчас мы идем в храм. Парам, what is a special day today? Почему, today, почему Bandara, мы Bandara. Сегодня идем Temple в храм? Temple in Bandara, all village people coming here. Сегодня практически все жители Матарана, все индуисты придут в этот храм помолиться и отведать вкусную, вкусную еду. Не сегодня, а today I'm lucky, I'm not prepared for you dinner. Сегодня я не готовила тебе обед, муж дорогой, только для Артура, потому что Артуру вряд ли это понравится, то, что сейчас будет в качестве угощений. Prayer. Очень длинная очередь, ребята. Нам придется здесь полчаса где-то стоять. Это очередь в храм, друзья, для того, чтобы помолиться. А еду же раздают в другом месте. Там все более, знаете, как бы оперативненько происходит. This very interesting make videos. How they make. Парам хочет показать, как они готовят еду. Вот, друзья, как это происходит. Где-то 5000 человек сегодня предстоит накормить. Вот еще интересный, смотрите, сюжет. Здесь моют посуду. Честно говоря, после увиденного аппетит резко пропал. Парам, so tourist people also possible. Yes, possible. Yes. Все, все желающие, все, кто проходил мимо этого храма, может присоединиться к трапезе. Очень много людей. And Param, this is only Hindu or some Muslim also? No, Hindu, Hindu. Не, They're not coming. Люди других религий сюда не придут, только, ну как такие, как я. Param говорит, очень вкусно. Very tasty. Better than my food.
No, my darling. Sorry, sorry. Парам говорит, прости, прости, говорит, но ты должна готовить именно так. More not good. Ну что, Парам доволен, в душу отвел. Are you satisfied? No, yes, today very best food. You must be learned like that. Make for me dal, like... Короче, друзья, мне еще расти и расти, усовершенствоваться в вопросах кулинарии индийской. Господи. Я хуже хоть бы соврал бы, Парам. Even you not lie, some Indians say lie. Не говорят правду, чтобы не обидеть человека. Oh, my sweetheart, ну, don't worry, you must learn. Хорошо. You are a best wife. We must go live in Mumbai, there maybe you found every day like this, Mati. Если бы мы жили где-нибудь в Мумбаи, в большом городе, там каждый день можно найти подобные мероприятия, где в храмах раздают бесплатно еду вкусную, которую Парам очень любит. Я вам всегда рассказывала и показывала, какие нарядные женщины приходят в храм, как они наряжаются в красивые сари. И вот тут эта вот женщина меня впечатлила своей прической. Специально сейчас вам покажу. Видите, она вместе со своими девочками решила даже сфотографироваться на память. Вот это их, ее дочери. Сейчас я вам пока попросим ее. А, ну, Парам, ты... So this natural... Тут, по-моему, некоторые цветки... Нет, это все не натуральные. Это все искусственные цветы. По-моему, она немножечко засмущалась. Да, Парам? Maybe she feels shy, да? Or not. Или просто она очень занята. No, she not any reaction. She confused. Я пришла, пришла. You want? She talk, you want talk? Нет, нет. Не, ну, в общем, она просто занята, ей не до нас. Хотите, снимайте, хотите, не снимайте. То есть все нормально, в принципе, все нормально. Ну все, мои дорогие друзья, до свидания, до скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.